cheltuielile publice în Vulcănești, Ceadăr Lungă și Comrat, în mediu, per persoană, sunt aproximativ 4.800 de lei per persoană per an. Cheltuielile publice în Republica Moldova, în mediu, cu excepția Chișinăului, sunt aproximativ 2.800 de lei pe an. Deci nu era sub nicio formă o problemă de finanțare a autonomiei. Era o necesitate și noi această necesitate o vom realiza de a face ordine în finanțele publice la toate nivelurile de administrație publică. Vă operați, să zicem так, неправильными цифрами. Вас подводят, потому что в этих цифрах нету расходов на содержание властей второго и особого уровня. И тогда вы поймете, что на одного человека, проживающего на территории Гагаузии, приходится меньше финансовых средств с центрального бюджета. Несправедливо центральная власть и системно дискриминирует автономию. Я вам приведу некоторые цифры. Первая цифра. Дорожный фонд. За 22 и 23 год было израсходовано по этому фонду 4 миллиарда 137 миллионов лей. Ни одного лея Гагаузия не получила. Фонд регионального развития. 920 миллионов. Да, 920 миллионов, из которых Гагаузия получила 11 миллионов. Я прошу вас, чтобы вы прекратили ущемлять регион под видом борьбы с партией ШОР, при этом вы боретесь с регионом. Это не государственный подход, и это недопустимо по отношению к населению составной части Республики Молдова. Верно, Республики Молдова, atunci când împrumută bani de la BERT și construiește drumuri, drumuri foarte bune care sunt construite în acele trei raioane, asta înseamnă că este efortul întregii țări.